В общем, прогрев конденсатора, смотри, обычного, как он там, пленочного. Да смотри, тут надо смотреть, и намного интереснее будет. Чувствуешь, он шевелится уже. Распухает, что ли? Да, дальше смотри. Угу. Это что? Поплыл. Ага. Теперь ты уже не восстановишь. Смотри, что про... Ну правильно, 400 градусов. Раскрывается, как бутон. Угу. Но он тебя не вернется обратно. Ну, я знаю. Все, это больше не хочет. А тот вышел аж этим комом оттуда вышел. Вон что. Ну да, это инвертирующий персонник. С коэффициентом. А может, ты код будешь подавать на отрицательный. 47 нанофарад на 400 вольт. В общем, греть их нельзя. Никоим образом. Так что вот светодиодная лампа в этом деле нужно с этим очень аккуратно поступать. 9 светодиодов 1 ваттных. Вот этот сажаешь на один. А, ну у него. Здесь вот драйвер транзистора. Там под ним резистор находится. Микросхема HV9910 и 6N60 транзистор. Он дроссель на 1 ампер. Там диодемос DFS 08, NTC какой-то там 20-омный, фильтры сетевые, 2 штуки. Индик есть. В общем, все простое и стандартное. Все.